Пинки, фотку, тотальный слей. Привет, подписчики! Вау, у них здесь так круто, все блестит. Восторг! Что за наряд? А? Со свадьбы забрали. Ты, Лейн, и не говори, такая кринжуля. Не то, что мы, Слей, но мы могли бы дружить и втроем. И у Рэдди на нашей фотке огромное пятно. Зачем мне нужно? Утиль это, чудачка. За что? Ладно, есть для тебя презент. Для меня глаз. Ну что же там, что же там? Ауч, что это? Хлебни водицы, устрица. Ты не одна из нас. Не одна из вас? Она не одна из них. А ну, пусти меня! Пошлепали отсюда, Пинки, у нас педикюр. Бумс! Ну почему? По-моему, у нас потоп. Мы все погибнем! Без паники. Ребята, нам нужны ваши лайки, как воздух. Буквально. Не могу, не могу дышать. Поторопитесь, прошу, поставьте лайк. Что это? Вау, спасибо. Это нам поможет. Воздух, ура. И тебе тревожность. Мы спасены. Спасибо вам. Ух, пронесло. Ну что, встали, идите сюда. Ой, Ворчун, пойдем к ним. Что? Это как понимать? Эй, пусти же нас! Мой лобик, у меня клаустрофобия. Мы в ловушке! Зай, не кипиши, окей? Смотри. What? Вон там, за вами. Ты о чем? Чек-лист. Макияж? Как увлекательно. Ну, не знаю. Я знаю. С моим набором мы не пропадем. Бери, что хочешь. Я не знаю, чего я хочу. Пусть будет это. Никогда не рисовала стрелки. Так волнительно. Ну, как тебе? Неплохо. Но давай помогу. Смотри, возьмем трафарет для русалочьей чешуи. Только аккуратно, без нервов. Заметано? Ага. Теперь тени. Тушуем кисточкой. Или салфеточкой. Ну, как хочешь. Я вот чувствую, что надо добавить глиттера. Блестяще. Подведем губки. Ну, рыбка. Что ты делаешь? Нервно грызть губы стало вкуснее. Это не еда. Все записала? Ага. Вроде как. Соберись. О, сеточка. Тянись же. Ничего не выходит, а если ничего не получится? Тревожность, я с тобой справимся. Дай-ка это сюда, я верну. На мне лица нет. Ах, вот что это значит. Примеряем варианты. Нет, не идеально. Нет, нет, 10 из 10. Возвращаю. Мне нравится. Как там наши успехи? Да, 20%. Вы молодцы. За что они так со мной? Вау, как красиво. Я еще покажу этим воблам. Упс, это не я. Ну-ну, дай сюда. А? Фу, ну что за сосульки? Время заняться волосами. Вот бы они росли быстрее. Да, на что я рассчитывала? О! Что за рычаг? Что может случиться? Дерну. Эй, что происходит? Радость в беде. Что же с ней будет? Будет идеальная укладка. С ума сойти. Ну как я тебе? Икона. Леди Гага. Что бы и мне придумать? Расчешу эти лохмы. Почти. Нет. Эй, аккуратнее. А? Лежать кому сказала? Лежать. Думай, коралловая голова, думай. Точно. Высокий хвост. Как вам единорожка? Полный кринж. Нет. Нет? Что же делать? Что-то другое. Это катастрофа. Что за шум? О-о!
Класс! Отвал! Лайк! Сколько пыли? Дай сюда! Перестань! И тут пройдусь. Эта стрижка мне очень даже по душе. А вот эти лохмотьи... Отойди, чистюля. Мой черед. Это мы еще посмотрим. Водичка. А как тебе такое? Слизкий, как и ты. Иди сюда. Поймай, если сможешь. Пора тебя умыть. Сама умойся, инфузория. Какая гадость. Hasta la vista, baby. Такие смешные. Ладно, к делу. Приступим к топу. Подумаем. Что это? Рыбы. Мы станем кормом. Ложись. Мама, мама. Фух, уплыли. Ну ты паникерша. Они оставили нам подарочки. Что ж там? Вау, новый лук. Ух ты. Как-то не ярко. Что за кнопка? Не люблю сюрпризы. Может, мой любимый домик поможет? Позязя, позязя. Только не в меня. То, что нужно. Спасибо. Идеально сел. Вау. Ну, как я тебе? Погоди, а где же твой хвост? Так не пойдет. Ты же русалка. Где его взять? Ума не приложу. Стоп, кнопка. Дилер хвостов? Эй, хвостики не интересуют. Как раз ищем один. Только тихо. У меня лучший товар. Вау! Этот или этот? Если честно, никакой. Ладно, только для вас. Эксклюзив. Бери, бери. Уверена? Да, уверена, уверена. Эй, не так быстро. Отдай. Он для моей подруги. Нет уж. Стойте! Сумасшедшая. Упс, прости. Давай руку. Ну, ладно. Точно, забыли рассчитаться. Сдачи не надо. Не нужны мне ваши деньги. Давай сыграем. Ну, как знаешь. Раз, два, три, легко. Я выиграла. Давай хвост. Не нужно начинать с ножниц. Держи, примеряй. Как волнительно. Пс, перчатки надо. Почему бы и нет? Не так быстро. А? Сначала обыграй меня в Уну. Тут я мастер. Мне идет? Вау, секундочку. Лови, пропускаешь. И еще. Плюс 4 карты. Уну, я все. Да как же так? Повезет в любви. Пидюню. Неважно. Давай же. Да на... Идеально мэтчатся. Сегодня не мой день. Восторг. Тревожность. Похоже на невесту. Ты чего? Это на руки. А я так и думала. Так получше. Ну, как вам, ребята? Класс. Не то, что ты. Не балуйся там. Тебе пора. Я тобой займусь. Какой хвост? Но нет места для радости. Получай. Вот тебе. Прекрати это немедленно. А, по-моему, забавно. Зануды. Что? Твои приколы не зашли? Оставим их. Эх, сеточку жалко. Домик, ты всегда знаешь, что с этим делать. Помоги, прошу. Не люблю громкие звуки. Готово. А ты голова. В смысле, умный домик. Радость, взгляни. Я уже все придумала. Добавлю сюда ракушки. По-моему, миленько. Вот и поясок. Браво. Теперь мне тоже надо что-то придумать. О, вау. Морской жемчуг. Опа. То, что нужно. Прикреплю жемчужные ленты на поясок. И еще пару крупных жемчужин. Ну, класс же. Подчеркну бедра. Готово. Что там дальше? Диадема. Ау, как чешется. Это тут откуда? Пригодится. Клей, пистолет. Пару капель.
Это сюда. Почти. Ну вот, отличненько. Пока-пока, торчушки. Сменим стиль. Ну как? Королева. Так, мне бы тоже что-то сообразить. Домик, одолжишь мне прядь? Я знаю, что делать. Проснись, ты. Мы еще не закончили. Сплетем проволочки. Крепим на обруч. О, топовые плавнички. Что там дальше? Ауч. Что за магия вне Хогвартса? Интересненько. Ой, я передумала. Скачу на помощь. Засасывает. Держись. Ух ты, осьминожек. Какой милый. Дай сюда. Жадина. И правда миленький. Что? Уже не очень. Слезь с меня. Прилипала. Ну, знаешь ли... Умерь свой пыл. Прости, не хотела. Так надо. Сменим цвет. Чудные сережки, я считаю. Эй, как тебе? Вау! Это что, медуза? Нет. Да! Ловись, медузка большая и маленькая. О! Какая ты милашка. Продену шнурочек. Идеально. Они уже ушли? Вроде чисто. О, найс. К чек-листу. Что еще? Ну и куда же без сумочки? Ну все, пошли. Поскакали. Так-так. Глянь на них. А? Выборы, выборы. Достали. Скука редкостная. Зацените новый аутфит. Что? Ты? Под нас косишь? Просто добавь воды. Рэди? Зачем ты это сделала? Откисай, лузерша. Фу, испортила прическу. Подсушусь. Ой, как некрасиво. А, все сдувает. Наши образы. Все разрушено. Домик. Я знала, что так будет. Ух, не выходит. Я тебя спасу. Какая тяжесть. Тяжело дышать. Я стараюсь. О, ребята, помогите поставить лайки, чтобы наполнить шкалу силы. Выходит. Недостаточно. Поднажмите с лайками. Есть. Изи катка. Я умерла. Рана, дай руку. Фух, спасибо, ребята. Спасибо. Что за звуки? Как же весело. И грязно. С хулиганами покончено. Что это, VR-очки? А ну сюда. Ну что опять? Их столько людей надевало. Эй, брезгливость, извини. Совсем не похоже. Вау, как похоже. Эй, смотрите, кто тут у меня. Сделаем домик пушистым. Мне тоже нужно. Дай, порвешь. Порвала. Упс, прости. Можно было попросить. Хватит на двоих. Фух, оторвалась. Есть ткань и краска. Улучшим ее. Оранжевый цвет сезона. Со второго раза выйдет. И я заканчиваю. Та-дам! Ладно, тебе не до меня. О, закончила. Пока, адская машина. Так и запишем. Каркас есть. И у меня. Дай пять. Даю, даю. Ай, вот неуклюжая. Какой сейчас год? Я жива? Разве это жизнь? Одни нервы. Самое важное – игрушки. Олаф, ты всегда согревал мое холодное сердце. Как это миленько. Но любой снег всегда тает. Уф. Что ты делаешь? Жуть такая.
Опять не выходит. Эгегей, крушить это по моей части. Дай-ка сюда. Отпусти и забудь. Это рвет мне душу. Может, хватит уже? Мне не по себе. Ну вот и все. Думаю, тебе это было нужно. И правда, чудесные глазки. Дай 5. Ау, так и сломать можешь. Да, ломать это я могу. Ау. Фу-фу-фу. Надеюсь, обойдется. Мужчины. Оу. Нарисую-ка я зрачки. Голубой мне и нужен. Экспрессия, экспрессия. Внимание мелким деталям. Ух ты, а я-то лом. Вау. Мне тоже не помешают глазки. О, иди. Каре, доброе папье-маше. Побольше клея. Бережем настоящие глаза. Замешаем. Последний ингредиент. И немножко терпения. Так, так, так. О! Есть! Вау! О! Да держись же ты! Извини, одолжу ненадолго. Нарисую и себе зрачки. И глаза из орбит. Ну как же так? Нужно срочно успокоиться. Вдох, выдох, фух. Оу. Вы посмотрите, как круто вышло. Проще простого. Оу. Отметим успех. И я. Точно, зубы. Динозавр. Он совсем не милый. Какая пасть. А если бы они не вымерли? Они бы тогда нас всех сожрали. Все, прочь тревожные мысли. Прочь. Так-то лучше. Вау, мысли материальны. Пила? Ах, поняла. Хоть бы не пораниться. Ну вот и все. Зубы готовы. Беленькие. Идеально. Вау, как круто вышло. Да-да-да, спасибо. Пока, грубиянка. О, ребята, объедение, омерзение, отрубание. Малышка, не поможешь? Понравились мармеладки? Лови. Спаси. Ой, почти поймала. Спасибо. Я вампир. Ой, не могу. О! Точно. Я же училась жонглировать. Строю я лучше. Минутку. Идея. Раз. Два. Три. Как влитые. Точно. Не хватает губ. Так, так, так. Нужно вас подровнять. Что это за шум? Ребята? Вызываю на бой. Защищайся. Ха! Мимо! Прекратите немедленно! Ау, мой меч! Секретное оружие! Заряд чистоты! Инфузория! А, мои глаза! Как жжет! А ну, подойди! Я за себя не отвечаю! Гнев? Что стряслось? Держи салфетки! О-о-оу! Гораздо легче, спасибо! Пойдем присядем! Сюда! Чистота всегда побеждает! Уже все? Ах, мои зубы! Как же так? Все сломано! Ребята, напишите в комментариях, кто сломал зубы! Что? Это гнев? Так я и знала! Что же теперь делать? Думай, думай! Что стряслось? Посмотри, что он сделал с моими зубами! Не переживай, что-то придумаем! Вспомнила! Чтобы зубы были крепкими, их надо хорошо чистить, чтобы потом не сверлить. Что ты задумала? Ненавижу стоматологов. Ой, не тревожься, больно не будет. Какой кошмар. Проблемный пациент. Вылезай, как новые. Иу. Теперь мой черед навести порядок. Отдохни, запомни и повторяй утром и вечером. Свежее дыхание. Пчхи!
слишком свежие. Спасибо тебе. Никакого контакта. Чуть не задохнулась. Фу, нужно отметить. Сюда. Чиназис. Что эта зеленая вузкочка себе позволяет? Ладно, записываемся на губки, девочки. Как свои. Добавлю красок. Ну как вам, ребят? Не то. Ладно. Вау! А так? Лучше? Да-да. Что? Кринж. Окей, вытру. Ужас. Легкий нудик. Супер. 10 из 10. О, нужно поставить галочку. Есть. Что же делать с прической? Думай, думай. На шопинг. Может, маршмеллоу? Бея липнет к зубам. Может, печеньки? Да, ничего нового. Эй, может, Принглс вас заинтересует? О, нет-нет. Картошечка? Супер большая порция. О, нет. Знаю, что вам нужно. Открывайте. Та-дам! Чудесно! Заплатить не забудьте. Как раз в заднем кармане завалялся пистолет. Не убивайте! Да нет же, смотрите. Да уж, пока-пока. Ну что же, приступим к прическе. Скрутим между собой несколько проволочек. Отрежем ленту под цвет волос. Нарезаем на ровные лоскутки. Двусторонний скотч очень кстати. Крепим кусочки. С другой стороны вытягиваем нитки. Очаровательная челка. Наматываем на проволоку. Получилось, но нужно больше прядей. Тяжеленький хвостик, однако. Вроде норм. Эй, радость, как тебе? Если честно, не очень. Как корова облизала. Нужна взрывная укладка. Ой, бойся своих желаний. Ха, нет, спасибо. О-оу, ложись! Ха-ха, мы живы! О, вот и взрывная укладка! Классно я придумала! Ну ладно, дай 5! Ой, кринжанули, бывает! Так, теперь бы и мне навести красоту! Ой, нитка торчит! Снова эти счета! Сколько можно? Точно! Тянем еще капельку! Упс, ну вроде достаточно! Еле распутала. Куда-нибудь сюда. Ну, как вам? Нет. А ну-ка дайте я. О, спасибо, гнев. Эй, это было грубо. Ладно, все не то. Давай по новой. Прочь эти лохмотья. Как же это исправить? Точно, магазин париков. Нет? Нет? О, то, что надо. Ой. Вау, какая густота! Ну, один в один. Как вам? Молодец, радость! Лайк! Ура! Горжусь собой! Что там, тревожность? С волосами разобрались? Дальше брови. И как мне повторить такую идеальную форму? Конечно! Чемоданчик для бровей. Упс! Нужно бы поаккуратнее. Не зря же я ходила на курсы бровиста и каратиста. Боевая готовность. Кья! О, пойдет. Главное, не переборщить. Вау! Вроде одинаковые. Закрепляем. Так и запишу. Тревожность как успехи. Чудно. Уже с бровями. Мы справились.
Чистые нервы, что это? Защищайся, зеленка! Так, эпидастр возмездия! Буря эмоций! Хоп-хоп, увернулся! Гнев, аккуратнее! Живым не возьмете! Мамочки, в стекло не попади! Даже бумагой можно порезаться! Нет! А ну иди сюда! Через мой безэмоциональный труп! Так, пора кончать с этим! А ну прочь от домика! Немедленно! Чисто, выходи! Туда их! Ой, что-то совсем нечисто! Все исправим! Пару взмахов, еще пару и чистота! Спасибо, ты спасла мой домик! Мне несложно, чего-то не хватает! Точно, рук! Есть идея! Сейчас вернусь! И куда это она? Это еще что? Как что? Рука? Это точно подходит? Да, 0 из 10. Как-то совсем на мои не похоже. Все приходится решать самой. Сейчас я вам помогу. Окей. Эй, разверни ее. Вот так лучше. Окей. Можешь повернуть ее в другую сторону? Отлично. Каркас готов. Спасибо. О, да, спасибо. Дай 5. Я так не думаю. О, я знаю. Идем со мной. Давай, рисуем силуэт. Хорошо. Итак, что уже можно отметить? Я думаю, чего так долго? Вот, бери нож и вырезай силуэт. А, это я могу. Запросто. Фух, все, я устала. О, я знаю. Это будут боковые стенки нашего домика. Получилось неплохо. О, точно. Нужно отметить этот пункт в чек-листе. Силуэт сделано. Хватит играться. Выбрось эту кость. Вау, косточка. Ловлю. Детский сад. Ну все, хватит. Забудь про кость и вспомни про домик. Нет, я обиделась. Да что ты вцепилась в эту кость? Отпусти, сама отпусти. Это моя кость. Отдай. Прекратите. А мы не ссорились. Мы лучшие друзья. Правда. Но эту кость лучше убрать. Ну все. Я уничтожу эту причину наших ссор. О, нет, моя косточка. Как ты могла, Кэтнэп? Я так ее любила. У меня появилась идея получше. Сейчас я покажу. Мы возьмем клей. Держи. И подвинься. Ну вот, наш домик теперь сплошная мягкость. Ура! Дай 5, Кэтнэп. Что произошло? В чем дело? Мы склеились. Тянем сильнее на счет 3. 1, 2. Ауч, моя голова. Ауч! Эй, кыш! Брысь от моей головы! О, смотри, что там? Какая красивая ткань! Она идеально подойдет для обшивки домика. Ого, такая длинная! Смотри на это тканевое сокровище, Дог Дэй! Это? Нет. Ну, как хочешь, дай сюда. Эй, это моя ткань! Мне тоже нужна ткань. Упс! Не путайся под ногами. Мне больше идет желтый цвет. О, да, так намного лучше. Какой ужас! Испортила мою ткань. О, все прекрасно держится. Та-дам! Моя половина все равно лучше. Я так не думаю. Нужно отметить этот успех в нашем чек-листе. Ткань готова. Кто молодец? Я молодец. О, нет. Кто это? Я боюсь. Я с ним быстро разберусь. Там еще что-то осталось. Это всего лишь черная ткань. Фух. Мы его победили. Я знаю, что с этим делать. Ну как тебе внутренняя обивка домика? Ты отлично придумала, Кэтнэп. Чего-то не хватает. Нужен глаз. Вот такой высоты. Ага, подойдет. Сейчас я все нарисую. Мне нравится эта форма глаза. А где он? О, нашла. Теперь нарисую зрачок. Прекрасно. Не глаз, а зеркало души. Идеально подходит. А что там у Кэтнэп? О, стена оказалась подходящего цвета. А вот и мой глазик. Теперь осталось только нарисовать мой фирменный зрачок. Прекрасно.
Очень хорошо. О, нужно отметить глаза в нашем плане. Вот они, есть. О, что там? Снова эти мыши. Я быстро с вами разберусь. Нет. Ну, вот теперь вам не спрятаться. Фух, прыткие грызуны, мои когти. Вот идеальное оружие. О, гирлянда. Это тоже хорошая добыча. И я знаю, где ее повесить. О, что здесь? Моя лапка. Убери свои зубы, гадкая челюсть. О, мои бедные пальчики. Что скажешь про мою гирлянду? Правда красиво? Отлично. Мне нужны уши. И где же их взять? Точно, на голове. Нет, это ухо слишком маленькое. Но я знаю отличный способ его увеличить. Нужно надуть его как следует. О да, отлично. Вот это ухо идеального размера. Прикрепим его хорошенько. Ну, как тебе? Ага, я тоже сделаю себе симпатичные ушки. Один кусочек ткани, и все готово. Хорошо. Уши сделаны. Оу, что она задумала? Кэтнэп, ты что принесла? Сейчас ты все увидишь. Сначала заливаю слайм. Добавляю сквиши. И все хорошенько перемешиваю. Добавлю побольше блесток и еще больше. Теперь еще раз все хорошо смешиваю. И добавляю черный краситель. Сюрприз! И что это будет? Это наш нос. Вау! Осталось прикрепить его на домик. Отлично! Пойду отмечу его в нашем плане. Нос есть. Вау, что это? О да, это я, суперзвезда Кэтнэп. Отойди, мисс Вселенная. Эта красная дорожка станет идеальным языком для нашего домика. Прикрепим понадежнее, вот так. Чур, я поставлю галочку. Ха, рот есть. Сейчас мы сделаем зубы. Окей, держи нож и пенопласт. Сначала нужно нарисовать красивейший зуб. Окей, я вырежу его. У меня получилось. Я лучшая вырезательница зубов на планете. Она неисправима. Эй, а где остальные зубы? Друзья, вы поможете мне? Напишите в комментариях, где же зуб? Что? Он за спиной? Да, точно, большое спасибо. И кто его туда положил? Зубы есть. Это надо отметить в чек-листе. Готово. Что? Кто это плачет? Эй, что тут происходит? Там что-то страшное и большое. Ничего не бойся, дай мне руку. Оно там. Сейчас разберемся. Я его поймаю. Прости, нужно хорошенько замахнуться. Держу. Ну и тяжелое. Помоги мне, Дог Дэй. Тянем вместе. Упс, держу. Давай, поднажми. О-оу. Гигантская лапа. О, это моя лапка. Вау, не трогай, это мое. Жадина. Моя прекрасная лапка. Подумаешь? Я сделаю себе лапу ничуть не хуже. Сошью себе превосходную лапку. И мне все будут завидовать. Эй, полегче. Вот, держи. У нас новый план. Что? А, поняла. Ну что ж, приступим. Идем, Кэтнэп. Нам надо кое-что подготовить. Приключения начинаются. Смотри, я огромный Хаги-Ваги. А я гигантский Кэтнэп. Мы будем пугать всех детей. И весело играть. Ох уж эти дети. Нельзя оставить их без присмотра. Эй, девчонки, идите сюда. Да? Мы готовы. Вау. Что это?
Обожаю загадочные кнопки. Ну уже, нажимайте. Ну ладно, пусть будет вот это. Мне попалась вкусняшка. Обожаю шоколадки. Я тоже хочу кушать. Косточка, моя любимая. Косточка моей мечты. Хватит думать только о еде. Косточка, уже бегу. Я тоже. Подожди меня. Где же эта кость? О, привет, пушистик. Мне не нужна соперница. Давай, лови, беги-беги, пока. Эти собаки такие странные. Ну что, нажмешь на кнопку, детка? С удовольствием. Какую выбрать? Вот эту. О, нет, малышка, держись. Я вытащу тебя из этого текстильного цунами. Ну и видок у тебя. Это не смешно. Ладно, ты права. Сейчас я это быстренько исправлю. Ух, теперь порядок. Я нашла косточку. Ладно, я поделюсь с тобой, крошка-док. Вот, держи. Эй, соберись. Посмотри на эту гору одежды. О, да. Сейчас найду. Нет. Фу, точно нет. Нет, нет, нет. Ничего не нашла. Ой, смотри. Оранжевая футболка. То, что нужно. Я знаю. Сейчас нажму. Не та кнопка. Вот нужная кнопка. И наша коробочка со всеми необходимыми материалами. О, это для меня. Прекрасно. Ну что ж, приступим. Я нарисую полумесяц по готовому шаблону. Отлично. А теперь раскрашу его желтой краской для ткани. Идеально. Надевай футболку, мини-док. Спасибо. Идеальное солнышко. А где же моя футболка? О, как мне нравится. А вот и твой наряд, мини-кэт. Примерь. Спасибо, кэтнэп. Вот так-то. Подумаешь. Следующую нажимаю я. Оу, смотри, что это там? Вау, как цветочка. Моя любовь. Мы сумели отвлечь этих кошек. Нажмем на кнопку. О, да, прекрасная ткань для твоей юбки. Но у меня нет ножниц. Смотри, точно, острые когти. Удачи, Дог Дэй. А ну-ка, подвинься. Сейчас, одну минутку. Вот, теперь можешь точить все свои когти. С дороги. О, да, какое наслаждение. Прекрасно, то, что надо. Подержи-ка эту резинку для пояса. А я привяжу на нее все наши отрезки ткани. Сейчас я кое-что достану. Вот, держи. Это твоя юбка. Спасибо большое. Юбка готова. Примерь. Супер, спасибо. Отлично. Спасибо, Дог Дэй. Мой наряд великолепен. Я просто молодец. Вы лучшие. Так-так-так. Я кое-что для вас приготовила. Маленькие подарочки. Мышь! Мышь! Ловлю! Мышь! 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 Прекрасно. Ух! О, вот она. Эти кошки такие глупые. Одна есть. Осталась вторая. Лови мячик. Это было легко. Теперь настал мой черед повеселиться. О, нет. Мне страшно. Я уже иду. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк этому видео скорее, чтобы мисс Делайт нас не убила. Умоляю, побыстрее, ребята. Пожалуйста, нам очень нужны ваши лайки. Ю-ху, получилось. Вас уже ничего не спасет. О-оу. Спасибо, ребята. Вы лучшие. Я поймала мячик. А что тут произошло? Сюда приходила мисс Делайт, но мы отважно ее прогнали. Бла-бла-бла-бла, конечно. Что же сделать с твоими волосами? О, да, у меня есть идея. Еще одна кнопка. О, да, идеальная прядь для идеальной прически. Разреши мне избавиться от этих хвостиков. Я сделаю тебе прическу получше. Ну как? Вау, здорово. Ну вот, порядок. Фух, я уже устала. Они что, сделали прическу? Приветик, наша прическа уже закончена. Подумаешь, я сделаю прическу еще лучше. Удочка, серьезно? Вау. Ну ладно,
Посмотрим, что нам удастся выловить в этом океане возможностей. Оу, что-то крупное. Сникерс? Можно мне его съесть? Подержи-ка. Я выпущу этот сникерс на волю. Что? Гигантский сникерс. Продолжим рыбалку. О, да, мне повезло. Старый парик русалки. Нажимай на кнопку. С удовольствием. Перекрасим его в нужный цвет. Готово. Примерь свои новые волосы. Не подглядывай. Мне очень идет этот цвет. А что это за красная кнопка? Не нажимать. Конечно же, я нажму. Нет! О-оу, бежим! Привет, я тут. О, кнопка отмены. Включить перемотку назад. Смотри, они снова нажимают кнопки. У меня припасена одна особая кнопка. Давай, работай. А вот и доставка. Вау, сколько косметики. Ну что ж, приступим к макияжу в стиле Dog Day. Стрелки. И румяна. Вау! Эй, я просто шучу. У них уже есть макияж. Нам нельзя отставать. Я тоже такой хочу. Ну ладно. Выбирай кнопку. Вот эту. Ауч! Серьезно? Хотя, я знаю, что с этим делать. Нужно хорошенько покрутиться. И готово. Мой макияж Кэтнэп готов. Спасибо, моя кошечка. Я знаю, что дальше. Эй, девчонки, вам нравится мой макияж? Да, и у меня не хуже. Но ты не умеешь делать вот так. Пытаются выдохнуть на нас газ. Но почему у меня не получается? Ничего не выходит. Малышка, что случилось? Не могу дышать сонным газом. Тебе просто нужна инструкция, как правильно дышать газом. Первое – вдохнуть полной грудью. Второе – выдохнуть изо всей силы. Понятно? Да. Эй, Кэтнэп, куда она пропала? О, нет, неужели это сделала я? Помогите, выпустите меня. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы освободить Кэтнэп. Умоляю. Да, у нас получилось. Моя кошачья голова. О, Кэтнэп, ты цела. Спасибо большое, ребята. Не обращай внимания. Следующая кнопка будет нашей. А вот и ткань. И что ты с ней будешь делать? Спокойно. Режим «Собачья ярость». Вот, держи свои перчатки. Вау, они прелестны. А у меня нет перчаток. Мои лапки останутся лысыми. О, я знаю. Эй, мини-дог, иди к нам. А теперь соедините лапки. Вот так. Окей. Хорошо. Магия. Теперь у меня тоже есть перчатки. А я приготовила для вас украшение. Что это? То, что нужно. А вот и ушки. Вау! Спасибо. Оденьте чокеры. Все идеально. Теперь я выберу кнопку и для себя. Вот эту. О, да. Что тут? Вау, какие драгоценности. О, забыла кое-что. Кто сказал драгоценности? Это будет моим. Вау! А что у них еще есть? Стоять! Ра! А, злая собака! Только не кусай меня! Вот. Хочешь поиграться? Лови. Только не динамит. О, нет. Наши волшебные кнопки. Ха-ха-ха, доглузер. Пока. Ну, привет, воришка. И тебе придется вернуть наши драгоценности. Все кнопки сломаны. Вот твои драгоценности. А что с кнопками? Надо вызвать мастера по ремонту. Алло, приезжайте скорее, это очень срочно. Привет, Хаги. Сможешь это починить? С радостью. Отойдите, я все сделаю.
Что? Простите, это не поддается починке. Ну тогда проваливай. Это ты виновата. Нет, ты. Ты. Нет, ты. Это твоих лап дело. Сама виновата. Сейчас разберемся. Во что превратилась наша комната?